Мы рады приветствовать всех собравшихся здесь, приветствовать в нашем уютном и красивом городе Минске на презентации первого электропоезда компании «Штадлер», изготовленного для белорусской железной дороги. Скоро поезд оставляет Минск и становится на втором пути на Отправится в 12 часов 35 минут. Интервал начинается с хвоста поезда. Дамы и господа, мы приглашаем всех участников презентации, всех гостей на небольшую экскурсию по электропоезду «Штадлер». С окна я себя смотрю. Можно по этому монитору задавать еще как бы маршрут следования, допустим, маршрут следования, куда тебе необходимо ехать, там Борисов или Лихновичи, вот, выбираешь, и то есть на табло пишется это все дело. Ну и также можно тоже на информационном табло спереди и сзади вот, с помощью комбинаций там ввести какие-то значения свои. Система, конечно, ничего не использует. Сенсорная система управления. Конечно. Все старые инструменты. Это же уровень другой совершенно. Помощника здесь уже не будет? Зачем он здесь? Ступеньки не привычные.